Генеральный директор Samsung Electronics Квон О'Хён неожиданно объявил, что уйдет в отставку. Такой шаг он объясняет беспрецедентным кризисом в компании. В его заявлении говорится: «Поскольку мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, я считаю, что для компании настало время начать все заново, с новым духом и молодыми руководителями. Это позволит ей лучше реагировать на быстрые изменения в IT-промышленности». При этом, по предварительной оценке, операционная прибыль компании в третьем квартале достигла рекордного уровня – почти в 13 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что отставка гендиректора связана, скорее всего, с инцидентом, касающимся фактического главы корпорации Samsung Group Ли Джи Йона. В конце августа его приговорили к 5 годам тюрьмы за взяточничество. С тех пор, как Ли Джи Йон оказался за решеткой, его обязанности по управлению корпорацией исполнял Квон О'Хён. В Samsung Group его считают второй по значимости фигурой. Квон О'Хён работает в Samsung Electronics с 1985 года. Благодаря ему компания значительно продвинулась в производстве полупроводников и жидкокристаллических дисплеев. Последние 6 лет он также занимает пост вице-председателя Samsung Electronics. Квон О'Хён останется на должности генерального директора до марта будущего года.